Иги, Игич, Иха. Опс, сюдым, сверху. Пумс, 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 о, бо. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Не лагай, не лагай, не лагай. Оп, оп, оп. Раз, два, три. Ульта. Найс. Смотрите на этот урон, посмотрите на этот урон. Это тупо топ, это 10 из 10 урона. Всем здорово, народ, с вами снова Ондри. И сегодня у нас продолжаются игры на Карсе. У нас первый союзник, соперник это Кот, Лагьячу. Посмотрим, что будет. Иду, опс, опс, опс. Пимс, поймал его на телепортик. Опс, блин. Окьюй. Так, ладно. Покупаем Пимс. Так, поддает. Ау. О, здесь минус. Ловлю. Да, оп. Пичка. Как он сделал? Вот, два, три. Еп, еп, еп. Оп. Блин, не конформится от этого. Обидно. Блин, ставишь бар тоже не сработал. Так, окей, окей, окей. Режим. Блин, опять тычка не вышла. Почему у меня никогда тычка не попадает? Она в минус. Короче, хиты маленькие у нее. Я опять ловлю в полбу. Дальше. Даже конец ловлю. Ау, вроде нормально. Ладно, блочим. Оп. Пимс. Так, вроде как пимс. Экс. Нормально. Оп, оп. Поехали. Фулл комбо. Блин. А, почему он дропается? У меня без режима слишком часто дропается. Так, жестко промахнулся. Вот сейчас, оп, оп. А, дебильный мод. Дебильный мод нельзя сбить тычками. Так, а зачем он снял костюм? Ульту. О, он не доблочил. Найс. Первый раунд за мной. Едем дальше. Едем дальше. Дальше. Экс. Пичка, пичка, пичка. Ну, джоски не работает. Почему он так медленно атакует? Я не понимаю. Он же NTR, должен работать быстрее. Он полчаса выходит, его сразу с этого же воздуха сбивают. В чем смысл? Бай мод. Опс. Оп. Оп. Поехали. Фул комбо. Раз. Жесткий опять не попал. Вот. В практике так хорошо все бывает, а сейчас жесткий. Просто дропается. Перепрыгивает. Опа. Нет. Да, еще раз. Оп, все. Матч мой. Спасибо, Котор, но я не понял, зачем ты принял на гнящего. Вроде на детей сидел. Окей, поехали дальше, посмотрим, что будет там. Тут мы с Котуром закончим. Опа, Лиза-Лиза. Это интересный матчап, если говорят, это Хамон юзер, плюс еще и с ультой контром. То есть, если на нее попадусь, у меня все хп закурят сразу. Лагает желтая связь, длинным пивом у меня. Ладно, делаем ТП. Опс. Дальше бард не сработал. Фулл комбо повернусь-то. Опс. Он сильно лагает, не идет комбо. То есть, еще и без... Без режима. Оп, оп. Поехали. Еще раз. Все. Один. Раз. Жесткий. Врубай тогда режим. И поехали с режимом. ТПшка. Оп. Захватик. Еще раз. Захватик. Изи, изи, изи. Идет. И... Ип, ип. Что он делает? Я делал ТП. Сзади с него. Айц. А? Захват нет. Захват нет. Облочил. Иги, 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 опс, да будет, вроде закончилось ТП, на голову, блин, блин, я перепутал треугольник и квадратик, так, чего бросает этот кинжал постоянно, он наносит супер мало урона, от него толка никакого вообще нет, можно ли попасть по ней пяткой, вот так, о, дай попасть, 30 ТП тогда, но когда такое ТП медленное, хорошего не жди, блин, опять. Опять он прыгает, я треугольник нажимаю. Когда он прыгает, и нажать треугольник неправильно, скорее всего, надо дать квадратик, чтобы упасть на голову, и было бы фулл комбо, если бы жестко. А ну-ка еще раз. Ну, это был захват, так что не угадал. Сюда. Но если бы попался, я бы сдох. Еще раз свет. О, он сделал старейший гвард, так что... Захват, прыгай! Ай, я не сюда прыгнуть. Ладно, ладно, ладно. Опять свои кинжалки дают.
чем смысл, они урон не наносят? Да. Мы убить думает ими, что? Так, тихо. Захват, прыгай. Оп, найс. Опять кинул. Опс, по ногам. У меня контрхит. В два раза больше урон, так что. Этот раунд за мной. You pathetic fool. Так, надо выдоконать через. Через ТП-шку. Сверху. Блин. Ай. Ой. Ай. Так. Оп. Да. Окей, окей, опять кинжал. Хорош. Хорош. Опс, блин. Я опять нажал треугольник. Только не захват, только не захват, только не захват. Опс, найс. Иги, иги, тихо. Опс, сюдым, сверху. Пумс, 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 пумс. Пумс, ко-бо. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Не лагай, не лагай, не лагай. Оп, оп, оп. Раз, два, три. Ульта. Найс. Смотрите на этот урон, посмотрите на этот урон. Это тупо топ, это 10 из 10 урона. Захват сюда им. Так, еще раз. Захват сюда им. Да, выглядит нечестно, но алло. Блин, мне сейчас насмешка не нажалась. Теперь он делает захват. Но это один из видов миксапа, так что ты либо мешишь под него, либо думаешь, что будет не он, и до. А, не то вышло. И доджишь. Еще раз. Оп, захватик. Странно, что у меня иногда захваты коннектятся, иногда нет. Вот сейчас у меня хорошо коннектились захваты, и я его хватал почти каждый раз. Я вообще каждый раз его хватал. А бывает такое, что у меня захват просто не цепляет модельку персонажа, это не пойми как. Но матч был лагучий, так что его спасибо за матч, мы поехали дальше. Опа, ретро на лошади. Будет тяжко. Джонни немножко переапан. Ну что ж, попробуем это выиграть. Тихо, блин, флеш-канцел не нажался, почему? Разбиваем. Много урона мне это не надо. Забрал он тело. Так. Опс. Сюдамс. Оп. Уехали. Далеко, далеко слишком. Ну, Джотер. Второе тело. Ты шо? Ай, ай. Почему он быстрее меня бьет? Не понимаю. Уимс. А ну-ка, поехали. Я в режиме, так что может. Удастся. Я забыл, что у меня жесткий нет. Дропнул комбо просто так. Но урон все равно хорош. Оло, хорош. О, он дропнул. Найс, найс, найс. Так, сюда. Оп, не, не наказывается. Мне бесит, что это не наказывается. Здесь я микс. Не микс. Ай, я кроссапнул, но ему вообще все равно. Юски, спасай меня. Пули танкую. Опс, опс. Ай. Я думал в плюсе, я думал в плюсе. Нет. Это меня убьет? Левел 3. Это убьет? Вроде нет, вроде живу. Вроде живу. Аригату, Тайру. Опс. ХПшки восстановить. Пока не лезем, да потом. ХПшки восстанавливаем. У меня, правда, не осталось. Ау! Опс, у меня не осталось блока, так что надо. А мы его подавить. За счет своего. Ба! А! Уф, уф, я. Да и выйдем. Но его наказать не могу. Что за. Бред, да? Сюда. Оп, еще пар. Только разбил его почти и. Блин, еще упал. Нет, не стреляй! Дебильная рука стреляет в лежачего. Но блин, нечестно, вышел Джотеру и дал мне его убить. Ладно. 1-0. Не знаю, что я хотел сделать, но это не сработало явно. Так. Может через ТП-шку. Опс, нормас. Ай. Ютеру. Сразу же сбивает меня. Я делаю еще раз. Оп, оп, оп. Не пошло у меня дальше. Постановка. Есть. Так, надо еще раз. Опа. Что делаешь, демон? Алло. Он может меня контрить. Или ему просто повезло. Ай. Не должен был всех этой херни. И еще раз сверху. Так, так, так. Опс, опс. Нет, не пошло. Оп, ловил. Молодого, если бы не Джотеру. Меня там нет. Оп. У Молодого преимущество. Почему, когда на меня наехал? Он не в минусе. Он должен быть... Ми... Ну... Поехали.
Раз, два. Опс. Рум. Он не попал под фудульту. Анимация не пошла дальше. Что за бред? Он сейчас на лошадь сядет и убьет меня. Ультой. Если не дропнет. Дропнет. Уф, дропнул. Так, окей, 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 окей. Отбегаем, отбегаем. ТПшка. Опс, со спины не работает. Это еще в прошлый раз. У, виделся. Так, нормально, нормально. Оп, наказываем, наказываем, наказываем. И... Так, раз, два. Супер. От двух умер. 1-1 получается. Надо забирать final round. Надо с него тело выбить, а то он... Тут... Я опять сделал ту же самую ошибку. Окей, окей. Левел 3 ульта. Будет. Да, жестко, слишком поздно вызвал, надо было раньше. Я думал, он еще тянуть будет, но нет. Ура-ура, в меня пошло левел 3. Блин, у меня сейчас хп не останется. Снимет мне где-то около 60% моих 850 хп. Надо захилить все дело. Ау, ау. О, не попал, но все равно хпшки мне сожгли. Опс, 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 опс. Подбросил. Дальше комбо. Оп. А, у меня же джоски 5 нет. Зачем я делал продолжать, если нет джоски? Что могу сделать? Модду. Оп, оп. Поехали. Джоск. Кто-то вышел. Джоск. Окей, это был мини-рывочек. А ну-ка еще раз байтим. Оп. Времени не дается на то, чтобы даже подбежать. О, мой миксап перебил. Как красоп, точнее. Охренеть, я умер. О, тяжело, тяжело. Тяжело ловить лошадь на ее минусы после этого рывка. Ну, ладно, ладно, ладно. Едем дальше. Едем дальше, посмотрим, что будет там. Так, Диавуру сама. Блин, Диавуру сама — это очень сложный матчап. Учитывая сложность... Точнее, не сложность, а... Фичка этого героя, который просто бьет тебя где угодно. Ладно, сразу мод, тогда поехали. Оп, оп. Так, Юнин сразу же. Ога. ТПшка. Почему? Почему убивнул самый граб? Что за бред? Еще раз. Опс. Не тут точка нажал. Окей. Ога. Окей. Блин, ну тычки слишком сильно достают у Диавола. То есть они в метре от него достают эти тычки. Ему даже станк призывать не надо, он просто бьет тебя. Они на метр выходят от него, от его модельки, и бьют тебя. А тебе, чтобы до него добраться, тебе надо именно в его модельку ударить. Опять как я не вижу, что не вход. Упс, сверху. Ауч. Меня предугадали. Меня предугадали. Ну ладно, блин. Эти тычки не перебить. Он просто у них приоритет выше, чем у тебя. Как с этим бороться, не понятно. Мисс, туда медашка. Оп, захватик. Да, молодой. Оп, оп, из эмэч. Нет, это захват. Почему он виснулся опять? Опс, опс. Ну, я не попал, конечно, с ТПшки, но... Он не восстановился после доджа. Ай, черт, меня подкорили. Ладно, ладно, ладно. Это где-то 300 хп. Или 250. Оп, оп. Бля, захват хотел сделать. Но... Ну, достаточно ко мне подъехал. Ну, просто посмотрите на эти б... Я опять это сделал, я опять сделал Тариш Гвард на заряжаемую тычку. Так, так, так. Оп, захватик. А, что так слабо откинуло? Он просто дальше на меня насел. Ну, нет хп. Оп, сюда. Так, кью. И... Блочит, блочит. Опять-таки, я его бью в воздухе, но приоритет мне не дается. Он восстанавливается снизу быстрее, чем я. Я, скорее всего, этот раунд отдам, хотя буду бороться как Уитса. А ну-ка сюда пошел. Опс, фул, комбо. Оп. Понял, как его сразу же. Перепитовь. А если я ульту нажму? Я нажал не то! У меня не засчитал одну тычку. Одну из тычек, там же две тычки надо нажать на ха. Ее не засчитала. Так, еще раз я пошел. Блин, я бы выиграл тот матч. О, он просто задолжил. А так можно? Так, ладно. Лучше. Упс, упс, упс. Уехали. Без режима. Уехали.
Супер. Ух, я думал, он опять упадет, анимация не пройдет, но урона много. Урона... Он просто сбивает мне анимацию, посмотрите, насколько далеко он бьет. Ему все равно. И у него нет наказания за эту тычку, она супер быстрая и бьет просто. Ох уж этот Диволо, уже три патча. Опять вифнулся граб, в смысле, почему? Просто виф граба произошел, я сейчас умру, он нанесет миллиард урона. Еще одну комбо я отписаю. Ай, я еще тычку нажал. Все, я просто откинулся, потому что у меня виф граб произошел, граба. Это бред, почему? Почему это произошло? Это тупо нечестно. Блин, ну против Диола нужна практика. С ним что-то делать. Против Диола реально тяжко. Тяжко, супер тяжко. Не хотят они его нерфить. Что ж, с вами был Лондри. Надеюсь, увидимся в ближайшее время. И вам также видос понравился. Bye!